Where did I stop reading? I need a good target. I need a good target.
Casablanca. Я, по-моему, в прошлый раз не делал. Садишься, салатиксик какой-то, да? Я не помню, что я готовил из салатиков. Написано, что салат. Надеюсь, подойдет. Да, мы кучу, по-моему, запустили. Понял. Надо сдавать какие-то штуки, походу, да?
Oh, what the fuck? Слезай. Давайте попробуем. Серьезно. Штучки собирать не забывать. А, фишминт, я вспомнил, это две штучки, мне нужно собрать вот эти, да. Да. Я только сейчас прочитал, что за делик. Зачем поставиться? Если завтра не наступит, ты не вспомнишь, что было вчера. Зачем пытаться?
Привет, Тосканя, привет. И тебе привет. Как мои дела? Но я запасник категории 1А. Живу в России. Нахожусь и так в хуевом состоянии, начиная с конца того года. Как ты думаешь, как мои дела сейчас могут быть? Ну, это я без наезда или что, вроде того, просто. Вот так мои дела, собственно. Я и так не были дела хорошо уже очень давно, и похоже, ей не наступит нахуй никогда не хорошо. Да и плевать, если честно, плевать. То, что я сильно верю, что когда-то что-то изменится к лучшему. Поэтому сутками сплю и занимаюсь эскапизмом в играх. Только это и устоится, собственно. Ну, у тебя как дела? А ты чё, я негатива навалил, а у тебя даже не спросил. У тебя, надеюсь, всё хорошо. Дома всё хорошо.
YouTube Music воспользоваться хоть раз, что ли? Eagles Hotel California, это не музыка, я вас понял. Ой, как громко. Простите. Дома, лишь бы в нем не остался я. Может быть, тем будет моя станция. Блять, почему это не срабатывает кнопка даже здесь? Вот так. А. Оно и перемешивает, так, окей. Дома, лишь бы в нем не остался я. Может, будет моя станция. Бля, можно, интересно, на YouTube Music как-то отключить сам видосик? Или никак? Похоже, что нет. Я в нее хоть пропустить, может быть, там будет моя станция, но я не знаю, где мне выйти. Тума, лишь бы в нем не остался я. Может быть, там будет моя станция. Станция. Вот типа сюда я могу сдавать штуки, да? Типа квесты. Паспорт чистый 3 раза. Ну, не страшно, можно и проюз, наверное, 3 симки синенькие какие-нибудь.
блядь, футбол. Ура, наконец-то. Наконец-то футбольчик. Ой, блядь. Я даже не знал, что так можно. Да, бля. Как это сложно. Ебаный футбол. А, новый цвет все открылся.
Ну и... Куда смогу послухать? Блять, из фростреза. А, ну, это лягуха, что ли? Бля, я не хочу. Как будто у меня выбора нет. А, приоткрылись. Здорово. Да, хорошо. Тут не то, что до тебя кто-то был, поэтому... И не думаю, что кто-то будет до утра в целом появляться. Начал смотреть Эджранеров. Как тебе? Забыл раздачу все переделать. А че, я все ящики буду открывать? Я не буду в этот раз. Че там сейвить? Похуй вообще. Да, я слышал эту историю, что там референсов к оригиналу много. Мне друзья тоже сказали. Но я сам, как видишь, еще в него не играл. Ну как не играл? У меня поиграно... Пролог и вот пару сайд-квестов, которых я при тебе делал. Я не могу свои мысли нормально скомкать, чтобы просто сесть и поиграть в него. Меня постоянно душит. Нервозность, собственно. Ой, плохая хуйня. Чем я лучше кину. Вот так не впечатляет Кайнда Брух. Понял. Ну чё там, аниме? Да. Пока да. Где оно? Держите, он площадочку подстелил. А, она вылетела из заварки? Нахрен, серьезно? Охуенно. А где она, господи? Мой любимый босс в этой игре, которому будем бить, блять, дольше, чем любого босса в этой игре существующего. That's do no love from
Блять, серьезно, у меня в анимацию ульты чарик упал. Ахуя, я в своем говнобилде, у которого здесь резист к фросту, иду в топ 2. У меня походу полное лицо папиков. Я, конечно, ничего не намекаю, сейчас волос скину. Ща гляну, да. Рисовка разочаровывает, надо картинка сливается сплошное месиво. То есть это типа не, не стилизованно так сделано, а именно некрасиво, да, ты имеешь в виду? Сейчас давил, я убью Регуху и гляну, кстати, что там с ним. Если бы не успела плюху нанестись финишная. Да, я вот еще не открывал ЛС. Но там же не риперы вводят. Ну и ты же не это решил выстрелить. Я просто так вот чисто решил прикинуть, думать, а что ты еще можешь мне, собственно, скинуть в ЛС? Обычно это просто Lost Ark. А, у меня еще хила нет, нихуя. Я заранее известно стал. Я выгнать стиль, не стиль, мне не нравится. Понял. Понял, довел очень интересно, спасибо. Не знаю, что делал бы без этой инфы. Там Карим не огорчился от этой новости. Он же теперь хуй чарик продаст, наверное.
Да там... Free Power Pass в Lost Ark. Ускоренная прокачка шмот. Дэвил только эту хуйню обычно скидывает. Я не знаю, главное, нахуя. В чем смысл великий? Он играет, ему скучно. Пытается кого-то завербовать к себе. Дэвил, я тебе уже ответил. Если ты прослушал мой ответ, то... Ну, рип. Rest in peace, Yvonne Demis. Я говорю, мужик, ладно бы там хоть анонс для рейпера, и ты мне это скинул. А ты мне просто скинул Power Pass, на который мне похуй. Ты думаешь, я хочу в рейды бегать, коммуницировать с людьми, вот это вот, искать пати, собираться, общаться с кем-то там? Нет, чувак. Это вещи, которые я хочу в последнюю очередь заниматься сейчас. Любого рода коммуникации. Я хочу просто нажимать кнопки, и все. Мне даже вникание сейчас в текст трудно дается, из-за этого я не могу нормально в киберпанк поиграть. Слишком много инфы сваливается, я не хочу впитывать инфу, я хочу просто кнопки нажимать. Поэтому не удивлюсь, если я скоро отвалюсь в какой-нибудь Overwatch, нахуй, буду просто в овер играть. Там от меня не требуется... осознанное понимание чего-то, просто нажимать кнопочки, бегать и принимать решения быстро. Сейчас Forst по Overwatch. Не, я люблю Overwatch. Это одна из моих самых любимых игр. Когда-либо выходивших. Мне очень нравится. Да, давай, Корнелиус. Ну, это такой, типа, я подрубил просто. Я все равно буду играть в какие-то игры и всю ночь не знаю, что делать, поэтому включил стрим. Вряд ли кто-то будет
находиться какое-то время. Кроме там Абадео тоже. Давай, хорошо снов. Отдыхай. Он прыгнул прям в кастуль, ты хуяно, конечно, вышел.
Эх, чипон не крутанул, да? Only said to run from Captain Hook. Run, run, run. The boy, they take me. Last boys like me, and last boys like me are free. Where did I stop reading? I need a good target.
I need a good target. Where did I stop reading? I need a good target. Where did I stop reading? Where did I stop reading?
Рейд Фроста. Тут у меня что было? Атака крит. А. Да, атака крит. Да, прокол атаку, по-моему, уже. Ну, оставлю. Может, что-то интересное из этого получится. Так, ладно, окей. Что поделать, что формануть? Или нахуй ливать уже? Загоняю фронтир пару раз. С рандом мне на похуй. Надеюсь, хотя бы две коробки закрою. Отменяется. А, я же это могу здесь сделать. Точно. It's
Так, понял. Я тут обегаю эту штуку, я бегу впритык, да. Стоп. Еще раз. На. Окей. Функция фанки. Вино мажется сушенки. Сидели овца. Нихуя, инстакью. Я надеюсь, мы 2 часа заберем хотя бы. Было бы неплохо. Сейчас функция фанки. We know major dumps and junkin. А я, кстати, не посмотрел лист боссов на этой неделе, кто там вообще есть. Я понял, даже армор не в состоянии сбить стимпаком. А, все, я НДПС посмотрел, вопросов нет. По мне бараш идет. Блин, ну это проеб, это как окей. Мы, наверное, даже 2 часа не сделаем. С этими ребятами. Каждый раз плюсь на себя, что хожу с рандомами в Hard Frontier и убеждаюсь, что туда ни в коем случае нельзя ходить. И все равно каждый раз иду. Вкусно. Что поделать. А, я забыл, что летаешь, упырь. Тебе нужно клетками затыкать. Привет, вот пледиком. Да, Hard Frontier межсерверный, но я на самом деле не до конца знаю, как это работает. Ну, в плане, кьюха-то рега межсерверная, но в пати собраться явно нельзя с разных серверов. И еще я не совсем уверен, что он работает нормально, потому что...
мы с другом сверялись не по фронтиру, а по... Я забыл, как называется другая активность, где вы там бафы бегаете, собираете. Потом босса надо убить. Клэш? Не помню. Короче, суть в том, что у нас почему-то разные боссы там были написаны. Мы играем на серваках, которые запустились с одного дня. Ой, я, кстати, успел. Вот. Но по какой-то причине у него там был один босс, это девочка на мехе, а у меня была, не помню, как зовут, девка с пистолетами, короче, на Самир похожа. Айгис, Айгис. Точно. Не, ну может быть, кстати, мы два часа и закроем. Справедливости ради. Вальку мы, конечно, точно не убьем. Это ноль шансов просто. Чтобы Валькирию убивать, нужно слишком слаженный пак рандомов, которые понимают, что делать, когда можно дамажить, когда нужно заваривать. Можем попробовать попасть сейчас, сервак. У меня стора. С подозрением, что мы не собьем щит, но плевать. Все, надо валить оттуда, наверное. А, вот сейчас примерно. Что он армор за армором вставал. Немножечко сэдж. Блять, серьезно? Я не знаю, что он на такой высоте заденет. Ой, да. А уешка, надо было просто отойти в сторону. Сценка не вовремя закончилась. Бы не уехал. А? Че мне с него тап слетел? Как не хотели бы, не убьем. Но не время надо хранить.
Явно не с таким сетапом. Ейк. Нормально. 500-ка закинула. Че, если хочешь, можем попробовать вас. Можешь пробовать подрегнуть. Посмотрим, получится, не получится. Дай почитаем. Сейчас, я гляну сначала. Тут что-нибудь есть, какая-нибудь надпись? Касаемо серверов. Похоже, что нет. Похуй. Ну, меня сразу же закинул в кью. Тут тебя нет? Давай я задонаю. Пропущу народ. Давай сейчас попробую встать. А, у меня кулдаун матчмейкинг за то, что я отменил. Еще 5 секунд. Две минуты. Окей, окей. Без проблем. Я никуда не тороплюсь абсолютно. Абсолютно никуда не тороплюсь. Ну, попробуем. Чё? Го, попробуем. Так. Клэш.
А я замачил. Опять сразу же нашло. Попадешь. Окей. Погнали. Ну, типа, да. Ну, просто, видишь, не стопроцентный шанс попадания, и в прайм, там, вечером, днем, мне кажется, тяжелее будет намного. Сейчас просто ночь, сейчас легче. А так-то, да, получается, что можно, наверное. Я немного ракет поел. Грустно вышло. Штаны. Ура, мой любимый босс. На нее клетки опасно ставить. Надо, может, круглой овешкой похоронить всех нахуй. Еще да и ломать нужно обязательно, иначе она заебет летать потом. Ну, в принципе. У нас столько ДПС, благодаря, я так полагаю, тебе. И еще кому-то, что мы ее должны заливать без проблем. О, моя любимая.
Сейчас бы этого ящичек. На. Лол. Ладно. Надо было дальше отойти, меня прям на краю задело. Обидно. Музыку потише сделать. А мне ее уже, блядь, некуда потише делать. Без гриды урона меньше. Ну, само собой. Да, типа, и на этом спасибо. Ты очень сильно мне помог. Ну, или помогла. Я бы 3 часа с рандомами никогда не сделал. Сейчас ракетный хелпа грубует. Да. Ракет. Она не кастует? А как? Я же внизу настоял. Ебать, как меня задело. Ладно, похуй. Чудеса какие-то. Довольно близко было. Одну полоску. Спасибо тебе большое за помощь. Я бы 3 ящика в жизни не закрыл с рандомами. У меня и ДПС-то не то, что есть. Да, бафчики, когда в гильдии идешь, конечно, бустит неплохо. Обычно 4 часа закрываешь один, понял. Жесткий, блин. Получается. I'm
Так, отойти еще надо будет на минуту. Потом вернусь и подумаю, что делать дальше. Но мы бы просто товку схлопнули на сегодня. Не знаю. Еще нет никакого настроения играть. Еще приду. I need a good target. Where did I stop reading? I need a good target. Так, короче, у меня пару дел появилось, которые надо сделать. Поэтому я сейчас офну, в любом случае, наверное. И МБ поближе к ресету. Или пораньше, переподрублю. Коротенький получился стримчик, но надо дела поделать ночью, пока есть время. Пока есть время и возможность, поэтому только попозже, честно. Спасибо тебе за помощь, да. Давайте.